درود به همگی گایز، خوش اومدید به چنل محمد موتک. آره درسته، تو اومدی به چنل محمد موتک، میخوای ویدیوهای ترسناک و فریکی رو ببینی؟ آره خودشه، میخوام این ویدیو رو تا آخرش ببینی و از ترست تو شلوارت شاش کنی. بیاریم با هم دیگه این ویدیوهای ترسناک رو ببینیم. لیتس گو. مهمتین کارک دنیاسنا خوش گردینیز. مهمت احمدی یکی جندر آنن الیندیدیر. مسائلاشو داره در میاره چیدمان کنن. عکس عیسی مسیح رو ببین رو دیوار. اوی جا دوربینا رو ببین، دوربینا رو چک میکنه، سپایه رو میذاره زمین. اینم دید در شب، ببینه دید در شب ترماله. همه چیز کامله. Друзья, мои первые вылазки сюда были показания на Эми, но сигнал если давай ту EMF шенидам давал сигнал, потому что сигнал настроен на более высокие показания. А этот призрак и жухе ченин энергии надоре. Я так понимаю, это не жухе сефиде. У него нет такой мощной бандазы موجودات تاریک قوی نیست. Поэтому мне придётся постоянно. Вот давай мы дайска ро чек коним та хузур ин рух ро заб коним седашо. Сигнал не раздастся. Сигнал еще дарьевка. Друзья, время за полночь. Пада не имеешь шап, спеседа дар не мьет. Я начну с декабря. А охарим бар ба захты косы шуру кердам. Ба зах кердам седа шуру. Дубары ман аз... Аз ин захты косы тестфады миконам. Рухи ин хуне. Агар седа и ман ру мишнави. Ба ман иртабат барғарар кунид. Призрак этого дома. Даре мьет по тарафеш. Если ты меня слышишь, дай мне знак. Друзья, дай мне небольшой сигнал. Ру EMF едуне сигнал диде. Ну, таскару, миги, бачо. Сигнал еш зияд шут. Сейчас вам покажу. Так, смотрите. Алам бейтру не шумиде. Небольшой сигнал. سیگنال 4 بیشتر میشه 5 6 آخ اومد به طرف این روح اومد به طرف این بیشتر شد بعد سیگنال ناپدید شد سیگنال закончился возможно شاید یه چیزی ضبط شده تو ضبط کاست با هم بشنویم اگه صدای منو میشنوید با من در ارتباط باشید یه علامتی بدید که من بفهمم که اینجایی دوستان چیزی نیست ساکته
Я думал, Фکر نمی что کردم وقتی когда سیگنال появился сигнал ظاهر академия, بشه будет تو EGF, но دستگاه صدایم باید زد می شد. пока что нет. Призрак этого дома. Ответь мне. زیاد میشه EMF. Послушайте. یه نفر داره نفس میکشه. میشنوید بچه ها؟ گوش کن یه بارم بزن. بزن عقب گوش کن. Друзья, сейчас еще раз переслушал. По-моему, были слова «Ответь мне» такие же, как говорил я. Если, опять же, я правильно услышал, он снова словно за мной повторяет. Я хочу узнать, ты меня понимаешь? Ты меня слышишь? یه علامتی بدید که من بفهمم. بچه اونجا که ترجمه نکردم داشت حرفای تکراری میگفت. دوستان، شاید بود یکی حالا بچه یه صدای عجیبی رو من میشنوم. نو سریزی نیخ یا سلیشل سلام. داخل این سرصدا یه ده. کلمه بله هست. Я надеюсь, что я все правильно понимаю. Умидварам, что همه چیز رو درست И فهمیده باشم. Он ответил да. То есть روح он منو меня میفهمه به понимает. سوال من Он ответил پاسخ на мой داد. вопрос. من ازش پرسیدم اگه اینجایی علامتی بده اونم گفت بله. Сигнал. سیگنال سیگنال. میتونید به من جواب بدید چطوری اومدید داخل این خونه؟ Еще раз прослушал. Дубаре. Довольно странные слова. Калемат бисер аджиб гариби. Словно я ман тут, инжа астам. тут Мадам я. миге ман инжа астам, инжа астам. Это я слышу. Возможно, у призрака другое мышление. Или он просто без далили диге физического вжуд тела даре. не может мыслить так, как мы. Ойжа ру миарам, возможно, тахте, есть хамун что-то тахте, другое, ойжа ру другие миарам, причины. имтихан кунам. تخته احسار ارواح Сейчас я попробую другой вариант. Это с доской Ouija. Так же само будет писать диктофон. Я его از оставлю دستگاه включенным. ضبط صدا استفاده می کنم. شم میذاره. وای صدا رو گوش کن
Şey Дух этого дома. Ervahı inhanı. Ben mi Я xam хочу, чтобы ты şoma вышел со temas мной на vegirik, der контакт. irtibat başım. Ki bu ayıstı. Kuşku. Все это время диктофон фиксировал слова. Der tamamı Стой. mutazaptı seda kelamatı Нет. ra zapt kert Но ki я, к сожалению, этого не слышал. Если mutasfanin бы o я şenidem ki услышал, mige beis. я бы не стал продолжать дальше спиритический сеанс. Но я не прослушал в тот момент эти Ege слова. mi fahmide mi gof И после того, как beis потухли men свечи, призрак merahile выбросил ehsar его руку. edame nemidanam. Bad inki ehsar tamam Я shod men здесь услышал zapt звук. seda ra kush kerdem. Как только я начал произносить слова, в коридоре сразу раздался звук. میگه من تختر اویزا رو بردم از راه روی صدای اومد. Я, скорее всего, вырежу их, чтобы они никоим образом не повлияли на صدای вас. احسار رو من قطع میکنم تا روی شما تأثیر نذاره. اینا رو سانسور کرد. سانسور کرد که دیگه شما نرید پی این کارا. Призываю на Эми высокие показатели. Дисплей Я не электромагнитный вижу, но сигнал вы пейда слышите шода. звук? Может быть, призрак Если да и даром нет. набирается сил. По-моему, даже ветер усилился. Назовем рух тары Ну, гави мать. термише. Даска сигнал миде. Мне даже как-то не по себе. Эхсас хуби не дара. Мурашки по телу бегают. Эхсас нарати ми кона. По лицу, я не знаю, видно вам или нет, но у меня сейчас на лице прям гусиная кожа. Хамуш шуд. Лянат бейт хамуш шуд. Шам хамуш кер. داره بهش نزدیک میشه روش شمه تأثیر گذاشت на имя. Показания закончились. Снова полный ноль. Сигнал наопадит шот. Сеф шоде сигнал. Я азаш фасоле герифте.
Друзья, этот призрак очень این روحه странный. بسیار عجیبه بچه ها. Не знаю, نمیتونم смогу ли я با این наладить دستگاه باش ارتباط конструктивный برقرار контакт. کنم. Или нет? Попробуем еще چراغ доску. رو روشن نمی کنم دوباره با تخته احسار Без свечей со светом. احسار نمی زنم. میخواد دوباره احسار بزنه. Так вот, друзья, рубрика из раздела «Кто тебя снимает?». Снимаю я сам себя. Давай я знаю, что вы будете задавать такие вопросы. Момент видео просто уже несколько часов я пытаюсь выйти на контакт. И ничего, я снова зажег свечи, чтобы снять эти кадры. То есть снимаю я сам себя. Как вы поняли. Друзья, я пытался наладить контакт до 4 утра. Но после того, как погасли свечи, больше нет ничего. Ни на диктофоне, ни на доске Ouija. До рассвета немного попробовать вздремнуть. Потому что в прошлый раз, именно в 4, все закончилось и ничего не было. Дом был спокоен. Сейчас я до рассвета немного посплю, чтобы с утра выехать домой уже как можно быстрее. Еще думаю, возможно, из-за доски этот призрак вообще покинул это место. Был сильный всплеск. Кстати, сейчас ничего не показывает. Возможно, что открылся какой-то портал с помощью доски и портал призрак покинул. Да. Наверное, так. Не знаю, говорил или нет, вы же немного сонные. Я до утра мяд. Ставлю доску Ouija, камеры, чтобы все писало. Еще посмотрю, мало ли что-то еще будет. Турбинарам карго зашли. Я бехов. وای وای داره تکون میخوره تخته ویژه داره تکون میخوره یه چیزی داره مینویسه میخواد با پسرها ارتباط برقرار کنه داره تکون میخوره What the fuck? Дидди, آخرش تخته رو انداخت زمین. Когда дома я просматривал этот материал. Я тут хуне داشتم اینا این فیلمو نگاه می‌کردم. به شدت به وحشت افتادم. И это написал не призрак. Это написало какое-то зло. Ежу не вещь, вот мигов ма шейтана. Потому что в момент призыва я говорил фразу этого дома. Именно по этому видео я решил не включать. Тасвин герефтан харфаи ке шейтан гофте ра ту ин видео назарам. Конечно, 99% вероятностью это ерунда. Но лучше перестраховаться.
اون همون لحظه است که تخته اوجو افتاد زمین، این هم از خواب پرید، میره سرک بکشه ببینید چی شده، چه اتفاقی افتاده. چی شده؟ Так, сколько времени? Все должно быть спокойно. Смотрите. Не, как они? Доска. Тахтаран, доктор Замин. به نظرتون چی گفته بهش هروا؟ کم کم داره اذیت میکنه. تو شما کی هستید؟ داره جواب میده. نگاه کن نگاه کن، داره جواب میده. نشانگر روی تخته رو برداشت، نمیخواستم اون چیزی رو که نوشته بخونم. потому что я уже начал понимать, что из-за وارد خونه شده. فهمیدم. هر چی که مینوشت همش دروغ بود. نمیخواستم بیشتر از این بشنوم، نگاه کنم. آره. خاطرم اینو اشارگر انداختم زمین. что теперь мне с этим делать? Но из дома было уже не так просто выйти. Тень, появляющаяся за мной, это уже совершенно не тот призрак, что был раньше. Там бывает пыря. Чам микона бере. Бача, ин е рухе шейтаны дахил ин хуне ас. Фой, сая ро беби. Фой, базам, базам рад шут. وسایلاشو برداشت، از خونه خارج شد. باره میره، خونه رو ترک میکنه. خیلی وقت پیش من قبلا با این شیطان قوی ملاقات کرده بودم. بدنم هنوز درد میکنه. بنابراین برای یه جلسه دیگه آماده شده بودم. تصمیم گرفتم شب دوباره به اونجا برم. این سومین باره که میرم داخل اون خونه. И поделиться видео со своими друзьями. Это поможет моему каналу, что смотивирует меня на съемки новых видео. Всем пока. Мерси, что видео смотрели, ребята. Видео до конца.
لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. تا یه ویدیوی ترسناک دیگه شما رو به خدا میسپارم. فعلا پیس.